Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня у нас очень классное блюдо. Еда мужская, 4 кило. Реально, это очень простое блюдо, достаточно быстрое. Оно отлично хранится в холодильнике и просто прекрасно подходит для заготовок на неделю, если вам на неделе некогда готовить. Оно очень вариативно. Главные ингредиенты, которые вот обязательно должны быть, это курица, чечевица, лук, морковь. Все остальное по желанию. У меня по желанию добавилась сегодня упаковочка варено-копченого бекона, сладкий перец, корень сельдерея, чеснок. Полный список ингредиентов, как всегда, в самом конце ролика, там же основные этапы. Спонсор сегодняшнего выпуска – Юра. Он живет в Америке уже полжизни. Приехал в США в 18 лет с Украины. Кстати, неплохо там устроился. На своем канале Юрец показывает разные блюда на мангале, в тандыре, в казане, на гриле, просто в духовке. Он снимает американские, мексиканские блюда. Сейчас живет в Калифорнии. Иногда, правда, крайне редко, на мой взгляд, он рассказывает о жизни в Америке, о своем бизнесе, об отдыхе, как живут американцы, как живут русскоязычные люди в Америке. Проходите по ссылке, смотрите и подписывайтесь. Не пожалеете. Поехали. В кастрюлю с толстым дном кладу кусочек сливочного масла и немного оливкового. Оливковое лучше брать extra virgin. Получите обалденный аромат от этой смеси. И пока растапливается, нужно парочку зубчиков чеснока почистить. Резать не надо, достаточно просто снять шкурку. В масло его, пусть свой аромат отдает. Обжаривается чесноку не больше 1 минуты. Как раз успею лук нарубить и бекон нарезать. Теперь к чесноку добавляю бекон и курицу. Задача на сильном огне подрумянить шкурку. Цель обжаривать птицу до готовности и близко не стоит. Сейчас нужно просто получить поджаристый такой аромат куриной шкурки. Я купил бекон, как видите, в тонкой нарезке, поэтому положил его сразу вместе с курицей. Если бы у меня был бекон куском, я бы резал его покрупнее, ну, кусочками, наверное, так вот, с 2 фаланги пальца, и предварительно 5 минут вытапливал бы из них жир. Было бы даже лучше. Только затем бы добавлял курицу, пока с сельдереем разберусь. Его режу средним кубиком. Практичку не забываем. Одна сторона подрумянилась, вторую румяним. Морковь я взял для красоты в ролике мелкую, так называемая baby carrot. Поэтому резать ее не буду. Если у вас обычная, режьте так же, как сельдерей. Курица уже в отличном состоянии, пора класть овощи. Теперь этап быстрой обжарки. Время зависит от размеров, ну, вернее, площади дна вашей кастрюли и количества продуктов в ней. Цель – подрумянить слегка овощи для того, чтобы сахара, луковые и морковные закарамелизовались. В моем случае все займет 10 минут. Есть время заняться перцем. Его лучше добавлять на самом последнем этапе. И воду пора вскипятить. И зиру с кориандром можно застирать. Все, добавляю чечевицу. Теперь пряности, соль, перец и орегано. Да, набор пряностей выбираете на свой вкус, естественно. Что касается времени готовки, тут все зависит от сорта чечевицы. Читайте, что пишут на упаковке. Вот это, например, готовится 20-30 минут без замачивания и 10-20, если ее на 12 часов замочить предварительно. Я не замачивал. Есть сорта, обычно светлые, оранжевые, они 10-15 минут без замачивания варятся. Если у вас в наличии быстрая чечевица, то курицу лучше добавлять не так, как я голенями, а срезать с голени все мясо и нарезать кусочками на один укус. Быстрее сготовится, чечевица не успеет расползтись вообще в хлам. Перец я добавляю обычно в самом конце, минут за 5 до окончания готовки. Ждем. Пора. Все, через 5 минут за стол. Как
Как видите, все очень просто. Допустим, если у вас есть всего час в неделю на приготовление еды, то вот из этого часа вы всего 20 минут потратили непосредственно на готовку и потом полчаса ожидания, когда будет готово. То есть из часа 20 минут потратили. 40 минут осталось, за эти 40 минут вы еще что-то можете приготовить. Ну, смотрите сами, на тот же самый суп с фрикадельками, ну, он за 20 минут варится. Куриный с хлёцками или с рисом тоже 20 минут. То есть вы в общей сложности, потратив 20 минут на это блюдо, 20 минут на суп какой-то и еще 20 минут осталось там на какие-нибудь там другое блюдо, вы можете приготовить себе полноценный, обеспечить полноценными обедами и ужинами себя на неделю вперед, за час. Мне кажется, это круто. Пора отрезкать. Так, начну я, естественно, с курочки. Надо выяснить, что с ней. Она мягкая, она сочная. С легким ароматом поджаристости. Очень хорошо ощущается аромат вот этого копченого вареного бекона. Он тонкий такой, но он присутствует. Это классно. Еще момент. Чечевица, как все бобовые, она придает, усиливает мясной вкус. За счет, видимо, содержания в ней естественного глутамата натрия. И поэтому получается, что это блюдо на вкус еще гораздо более мясное. Оно нажористое за счет и курочки, и за счет того, что это бобовые. А при этом еще и вкус становится еще более мясным, классным. Так, теперь пройдемся по непосредственно чечевице. Вот с морковкой, со сладкой, с перцем. Слушайте, это класс. Это ароматно, это пряно, это остро. Насчет острого перца. Это очень классное, сытное зимнее блюдо. Сейчас у нас зима. Не смейтесь, испанская зима. Достаточно такая слякотная. Холодная, дождливая, сырая очень. В доме холодно так же, как в России, в тот период, когда осень уже наступила, холодная, отопление еще не включили. Значит, непрерывно так. И вот в эту погоду такая еда просто класс. Настоящая мужская. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Так, буду греться. И сельдерейчик к месту. Класс.